полностью вакцинированные жители Германии рискуют лишиться зарплаты, если им придется выйти на карантин. Все дело в том, что статус вакцинации в Германии определяется исходя из рекомендаций Института Роберта Коха и Института Пауля Эрлиха. В свою очередь, Институт Роберта Коха недавно сократил срок действия справки о перенесенной коронавирусной болезни с 6 до 3 месяцев. А Институт Пауля Эрлиха сообщил, что люди, которые привились вакциной Johnson & Johnson, после одной дозы препарата классифицируются как невакцинированные. Таким образом, при контакте с инфицированными они должны пройти карантин. Власти при этом могут отказаться платить им зарплату. ВОЗ предлагает снять ограничения на международные поездки из-за их неэффективности. Это ясно продемонстрировано опытом омикрона. Эксперты предлагают отменить или ослабить существующие международные запреты и призывают не считать предъявление доказательств вакцинации от COVID-19 обязательным условием для поездки. ВОЗ считает, что меры в отношении поездок, связанные с ношением масок, тестированием, карантином и вакцинацией, не должны допускать финансовые нагрузки на путешественников. К другим темам. Дизель в Германии подорожал до рекордной отметки – 1 евро 60 евроцентов за литр. Это исторический максимум. За премиальный бензин марки Е10 немецким водителям также приходится платить больше, чем неделю назад. Рост цен на топливо эксперты объясняют подорожанием нефти. Правительство Германии планирует отказаться от визового режима для российской молодежи до 25 лет, если это одобрят другие страны Шенгенской зоны. Как сообщил генконсул ФРГ в Новосибирске Брент Финке, это было бы хорошей новостью для германо-российских отношений в сфере развития науки. Отмена визового режима коснется не только студентов, но и школьников. Найдена самая древняя улица Берлина. Она находится в районе самого старого берлинского рынка площади Молькенмаркт и представляет собой трехслойный настил из дубовых, сосновых и березовых бревен. Установлено, что большинство деревьев для прокладки улицы срубили примерно в районе 1238 года. Причиной такой прекрасной сохранности древесины стали постоянная влажность и отсутствие доступа кислорода.